Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Сегодня я продолжаю играть в Assassin's Creed, вторая серия, поехали. Так, давайте перелезем, залезем. Я думаю, сразу же можно будет нас наверх, наверх. А нам еще наверх. Найс. Все, мы добрались. Бой. Скажи, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. А если бы ты слушал тогда в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновных. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен. И не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя. Иначе я вырву его голыми руками. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братства. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь, но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобой. Что, меня убили или что? Это мы в каком-то зале, есть комната, можно ли что-то взять?
Пойдемте сюда. А, сюда нельзя, да? Окей. И куда нам, получается, ждать, пока они там будут разговаривать? Что? Шлите обратно. О. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Окей. Где это? Черт, они заперли дверь. Ну, пойдемте спать тогда. Что нам еще остается делать? Ах, просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной. Немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верно? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то всего лишь тянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Какая-то стена. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Наконец-то. Я смогу пройти. Поехали. Если вы создали волнение, разумно будет покинуть. Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражается ассасин? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира.
проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Мари считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет, пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие. А с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Реверу де Сабре. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное твоя задача. Все, наконец-то вы договорили уже. В смысле, теперь у меня ничего нету? О, найс. Из-за того, что меня понизили, у меня абсолютно ничего нету. Ребята, дайте что-нибудь. Можешь... Вот, да, слабый толчок, окей. Понял. Погнали, ладно. Куда-то туда. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да, Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силы. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Хорошо. О, нет. Рынок. Я уж думал, он предатель. А это кто? Это ведь наша деревня, по идее. О, ничего себе, оттуда и бежать, и бежать. До этого рынка. Нет, вниз надо, да? А, я же могу, в принципе, спускаться здесь. Я и забыл. Давай, прыгай. Или ты не можешь прыгнуть туда. Вон, сток сена. Найс. Так. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму.
Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха, не начал одной из своих же корзин. Найти корзинчика, окей. Погнали. Здесь пройти можно, нет? Что-то такое. Один флаг из Масиафа. Окей, что-то, видимо, собирать флаги ассасинов надо. Окей, будем собирать, если найдем еще. А так бежим. Искать корзинчика. А надо, в смысле... Сзади как-то, да, подойти, наверное? Как-то маскироваться. А я ж ничего не могу сделать, как? Вот он смотрит сейчас на меня, нет? Да. И как украсть? Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, в чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать. А сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Найти Масуна у кипариса. Это где? Пойдем оттуда. Нет, наверное, было. Ладно, пойдем так. Все равно. Надеюсь, он уже ушел. Он же ушел. Надеюсь, никто не пострадал. Что происходит? Что ты делаешь? Я случайно, все ли? Да заткнись ты уже, а мне голова болит. Скоро вам всем откроется. Хватит за мной ходить. Да заткнись. А. Я вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Это Аль-Муалим предал нас. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь. Окей. Типа такие, следуем, просто идем. Не палимся. Full liquid. Рассматриваем себя.
Тут черти какие-то. Идем. Далеко идти, кстати. Я вижу тут переулок. Нет, или не переулок. Сюда, да, ты пойдешь? Ну, здесь мы сейчас тебя и подъем. Все, можно бить его. Так, народ, там. Отвалите. Ах ты, сука. Хватит, я скажу, Говори поскорее, мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам. Они сражаются за правое дело. Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Что ты ответишь на эти обвинения? Не отрицай. Я горд тем, что сделал. И жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться. Отречься от зла твоего сердца. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Этаир. И заслужил право вновь носить клинок. Наконец-то, я бой. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. И убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом земле. И тогда ты обретешь прощение. Хорошо. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопрос? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Хорошо. Все, я могу идти, нет? Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебя поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничьё разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только перед мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Ой, погнали. Клинок хотя бы есть и меч. Погнали выполнять задание. Аль-Таир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им?
Кнопка 0. Какая кнопка 0-то? Кнопка 0. Где здесь кнопка 0? Можно, пожалуйста, мне сказать? Мне не много дел, мне надо. Понимаю, у тебя много дел. Давайте выполним вот это задание и закончим на этом. Аккуратнее обращайтесь с оружием. У меня же меч с собой. Нет. Ну здесь его достать нельзя, а сейчас можно. И клинок, и кулаки. Все, погнали. Ты меч спрятал? Хорошо. Это мне куда-то в какой-то другой город надо или что? Я пока не пойму. Это вообще далеко бежать или? Ну, конечно, надо же завернуть. Просто прямо пройти не судьба. Так я не пойму, это далеко или нет? А, это нам в другой город, да, я так понимаю, или что? А, на лошади. Пошли. Ничего себе. 280 метров, по-моему, бежать. Лошадь очень медленно поворачивает, я так понимаю. Очень трудно поворачивать. Да. Давай, давай, побежали. Еще чуть-чуть, 100 метров осталось. Никого нету. Сорок метров. Вот здесь где-то. А, телепортация. Или что? Телепортнулись, короче. Это кто, наши или тамплиеры? Вроде наши. А, лошадь просто встала и все. Как зайти? А, или нам надо залезть, да? Ладно, что полезли. Ну залезь. Почему он не хочет залезть? Пока что непонятно. Так. Давай вперед еще. Отлично. Еще залазь. Так, орел, окей, орел. А, это русскими буквами, что ли? Посещено точек. Окей, туда спрыгнуть. Я так понимаю, вон там, да, можно спрыгнуть. Давайте спрыгнем вон туда.
Ну, как спрыгнуть? Блять, ты что, придурок, что ли? Вон, давай туда. Вот, ебой. Ну, карта вот она, да? Как смотреть? А, или это только карта, в которой мне здесь только можно просматривать? Ну, в смысле, которая только мне доступна пока что. Ладно, я думаю, на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.